Через Кубу подходит, посылает человека и говорит, вот латиноамериканские страны, вот мы страдаем ураганом тоже, вот мы хотели, но мы не имеем таких средств, чтобы вот могли бы вам, нам помочь. Я говорю, ради Бога, подпишем контракт, но, понимаете, вот я если защищу вас, то защищу и США. Значит, вот вы тогда платите то, что за них должны, и за себя, и квит. Они решили, что типа малой крови, то есть запустив через латиноамериканские страны, которые бедные страны, они таким образом заставят меня сделать. Я сказал, пожалуйста, но вы платите США, потому что тогда защищаю их тоже. Это долгая история, естественно, средства массовой не публиковалось. И т.д. и т.п. Но много что происходит, понимаете, люди не понимают, что существует давно изнанка мира, которая не очень приятна. И те, которые руководят, они знают гораздо больше, чем сообщают. И если кто-то не на их стороне, то они делают все возможное, невозможное, чтобы об этом они не знали. Хотя в моих случаях они обходиться не могут. Потому что они получить вот мои технологии не в состоянии, потому что я им не даю их технологии. И поэтому бесятся, потому что без них они решить проблему не могут. Во многих случаях. Но это уже их проблема. Поэтому задача в том, чтобы именно истина, действительно была истина, не ложь, которая поливается очень много. Мои предки, говорится, мой предок, допустим, пожарским именином, освобождая Москву от поляков. И я рос уже на минимум 1000 лет назад. Мои предки после революции были сосланы в Сибирь, прошли через Сибирь. Это реальные вещи. И мы жили в таких условиях, которые большинство людей даже не представляет. Я уже в 60-х годах, когда я родился, такие условия, которые многие даже и не представляют. И что? И что, без всяких взяток и блатов образование получал, своим горбом пробивался. Без взяток, без блата, без предательств, без продажи самого себя и так далее. Это очень многих не устраивает. Но с выгодой для себя-то вы использовали свои способности? Если бы я использовал для своей выгоды, так, я бы имел уже триллионы сейчас. Потому что подключив все, что я делаю, которое стоит десятки триллионов долларов, я делаю бесплатно. Потому что я делаю не потому, что я хочу деньги за это получить, а потому что я не могу по-другому. А то, что я, допустим, с американцами жестко так и с другими, потому что они считают, что должен для них и других делать что-то просто так. Деньги нужны для того, чтобы поднимать Россию. Вот я бы те деньги, которые они бы заплатили за контракт, которые согласились заплатить 50 миллиардов долларов за один год, одного года контракт 50 миллиардов долларов, я бы с удовольствием и с радостью применил для того, чтобы в России что-то создать хорошее. Понимаете? А вы скажите, вот выборы были вчера, честные были выборы? Вам, наверное, известно про это? А вам неизвестно? Более или менее. Скажем так, мне тоже более или менее. Ну, вот вы же могли повлиять на ситуацию в стране. Взяли бы и силы, и мысли, запретили пририсовывать там какую-нибудь партию. Вы знаете, вмешиваться что-то, можно критить ситуацию. Вот не допустить войну, не допустить уничтожения людей, которые было, допустим, в 2010 году, когда жара была, помните? Ну, почитайте статью в президенте газете, антироссийские антициклоны и так далее, что было применено оружие. И не только оружие, была организована операция для того, чтобы уничтожить в Москве погибло 2-3 миллиона человек. Я понял. Ну, вот такие вещи. Войну, чтобы остановить, вы готовы, а вот на выборы влиять не хотите. А зачем? Ну, все же несправедливо. А кто справедливый? Справедливая Россия справедливая? Нет. Коммунисты справедливые? Все, наверное, несправедливые. А кого? Кому? Вот даже теоретически сказать. Вы скажите хоть одну партию, которая достойна, честна и порядочна. Нет таких. Так зачем вмешиваться? Драку собак, которые грызутся за кусок пирога. Пускай они рутся. Потому что вы выше всего этого. Не выше, просто какой смысл вмешиваться? Вот это все равно ничего не изменит. Вот изменит то, что если действительно начнется изменение, возрождение страны, вот когда вот такие, как говорится, паразиты, которые есть очень много среди политиков, вы там сами прекрасно понимаете, им не будет места в стране. Ну вот смотрите, вы хотите участвовать в выборах президента Российской Федерации. Там же очень важна поддержка там,
партии и так далее. Вот Единая Россия сейчас набрала, опять займет половину мест в Думе. Вам для собственной хотя бы поддержки, чтобы потом не допустить при выборах президента, значит, подтасовок, каких-то интриг политических, вам, может быть, стоило сейчас... А вы знаете, даже вот то, что проводилось, вот собрание избирателей, да, на которое меня выдвигали, уже Павловск, давно стали сталкиваться. Приходили уже и пожарные, под этим актом о закрытии, остановлении мероприятия присылались. Копают давно. Так что, извините, боятся правды, понимаете? Я правды не боюсь. Правда далеко не всегда красивая и приятная. Но я ее не боюсь. Посмотрите, я вам не задал еще да, да, пожалуйста. Вопрос. Да? Вы автор новой концепции мироздания. Есть такое немножко, да. Ну, я даже не буду сейчас спросить вас вкратце ее рассказать. Ну, вот совсем если схематично. Чтобы вот в трех предложениях. В трех предложениях, к сожалению. Нет, ну, понимаете, нет, даже, к сожалению, в трех предложениях. Ну, там есть хотя бы вот эти вот какие-то там основополагающие вещи. В том-то и дело, в том-то и дело, что постулатов не должно быть вообще. Если опять-таки вернуться к науке, так постулат может создаваться в начальной фазе, когда непонятно, вот белые пятна есть, условия пока примем как-то не есть, чтобы сложить фундамент, подняться выше и увидеть, ага, вот здесь белое пятно, вот это мы открыли. По идее, должно быть, чем дальше, тем меньше постулатов, правильно? На самом деле мы имеем наоборот. Чем дальше познавание идет, тем больше постулат. У меня только один постулат, что материя реально существует. Угу. Я думаю, это доказано. На значит, тезисе, что материя реально существует, это ваша концепция. Нет, это единственное, то, что понимаю без доказательств. Угу. А все остальное элементарно объясняется на языке, доступном пониманию школьникам. Дети воспринимают элементарно такие вещи. Угу. Ничего сложного, просто. А вы где-то преподаете эти знания? Нет, не преподаю, я книги написал. И многие люди, знаю, многие школы учителя факультативные занятия проводят, и изучают и так далее, и так далее. С детьми занимаются по вашим книгам? Да. Угу. И многие люди в семьях тоже это изучают. А если президентом станете, в обязательном порядке в школе введете? Нет, нет. Почему должен навязывать что-то? Ну, есть официальная наука, которую вы считаете, значит, официальная наука, действительность. Официально... С ней надо бороться. Будете бороться, если станете президентом? Я не с наукой буду, а лженаукой бороться. Да, с лженаукой. Вот в том варианте, который... противоречие и так далее. Конечно. Потому что, понимаете, устаревшие представления, они должны приходить к категории уже просто исторических фактов. Понимаете, что были такие представления. Вы-то, насколько я понимаю, знаете сильно больше, чем средние ученые. И, наверное, нужно как-то то, что вам известно, нести людям. Так написано в книгах. Ну так вот я и спрашиваю, книги эти будут официальной наукой, если вы станете президентом? Это уже не мне решать. Это будут решать люди, которые будут их читать и считать нужным, нужно ли и так далее. Это, я считаю, право выбора человека. Верить во что-то нет. У меня не вера. Я никакой религии не предлагаю, потому что я считаю религии действительно единственное, с чем я согласен, с коммунистами, которые были раньше, не те, которые сейчас ходят и расшибают в церквях, что религия – это опиум для народа. Это действительно я согласен. Церковь разгоним. Зачем ее разгонять? Знаете, как в анекдоте? Ладно, попрыгайте, она сама отвалится, понимаете? Потому что... Когда людям вбивают глупости и превращают их в скотину, вы знаете, что один парень мне написал? Он написал, что я, говорит, в детстве вот помню, как вот бабушка стояла, готовила куличи, там Пасху, целый день стояла в церкви, отдала батюшке. Это я потом, мне было интересно, что же делать. Я приехал через забор и увидел, как этот батюшка эти Пасхи кидал свиньям, и свиньи жрали эти Пасхи. У этого парня было достаточно, чтобы перестать верить в Бога, потому что и у бабушки с душой все, последние, она последние крохи, и еще деньги последние свои давала. И когда достаточно посмотреть, как живут слуги Божьи, которые должны служить людям и Богу. В общем, религия, рудимент, вы... Религия, я считаю, что человек вправе верить во что все, что он желает.
Это его право. Но он не имеет права навязывать это другому. Вот скажите что-нибудь, если вы хотите, с там, вашим потенциальным избирателем. Нам необходимо возрождать страну. Это не я один это не смогу сделать. Даже обладая определенными возможностями, о которых вы говорили, и так далее. Это можно сделать, когда все вместе, все люди вместе будем освобождать нашу страну от паразитов, вот этих взяточников, коррупционеров, проходимцев, которые прорвались в власть ради того, чтобы ограбить народ, превращать народ в рабство. Я считаю, что наша цель и задача, чтобы люди стали свободными, перестали быть рабами, и чтобы это можно сделать только мы сами, без всяких революций, а именно конституционным путем, закона, и возродить нашу страну, и она будет процветать, как и никогда до этого. Чтобы не болели еще. И здоровье, естественно, будет. В здоровом теле здоровый дух, правильно? И когда будут убраны многие причины возникновения болезней, то и болезни не будет. Так что все в руках наших, но, естественно, не произойдет в один день. И это не будет легко, потому что те, кто паразиты, которые существуют, и они реальны, они не будут спокойно смотреть, как их будет у них кусок пирога. Вы, как только вас выберут президентом, сразу же начнется борьба против вас. Вот сколько времени пройдет с того момента, как вас выберут президентом, до процветания в России? Трудно сказать, потому что пока я не могу знать это, потому что еще, вот когда начнется действие... Вы будет, же в будущее это заглядываете? Будущее зависит от многих факторов. И оно не однозначно написано, так сказать, в зависимости от того, какие будут действия. Если будет, если в одном направлении будет одно, если в другом, другое, третье, третье. Вот зависит, как, куда пойдет страна. Если вот по среднему сценарию пойдет. По среднему, а что вы называете средним сценарием? Ну, не рыба, не мясо. Да, враги будут вы знаете, вас кусать, но не... Враги меня всегда кусали сильно, так сказать. И знаете, такая поговорка, как говорится, ребята, давайте жить мирно. Помните, да, кот Леопольд? Никогда не будут волки и овцы сыты и целы. Или волки сыты, или овцы целы. И то, и другое вместе несовместимо. Поэтому вот я... Вообще-то это десятки лет или сотни? Нет, это не сотни лет. Я думаю, что это в любом случае ну, порядка 10-20 лет максимум. Если действительно будет возможность возрождать страну, это вполне возможно сделать. Потому что есть все необходимое для того, чтобы именно не догонять кого-либо, что всегда бесполезно, а сразу шагнуть далеко вперед. Все для этого есть. И далеко не только мое. Мое только маленькая часть того, что я могу предложить. А есть еще много разработок, уникальнейших разработок наших людей, внедрение которых только в реальность, постройка заводов, фабрик, которые будут выпускать продукцию определенного качества, позволит стране выйти в лидеры так быстро, что никому не снилось. И никогда не будет, никогда не догонит. Этого и боялись, для этого вот в 20 веке, значит, в 20 веке Россия вышла на такую позицию, если бы не было революции и последующих действий. Это не мои выводы. И революцию создали почему? Потому что расчеты показали, что если не сделать то, что не сделали, то к 40-м годам Россия бы стала мировым лидером. А это очень не хотелось тем, кто хотел быть вместо нее. Ну вот смотрите, 20 лет на процветание, а чтобы мировым лидером стать? Сотня? Зачем? Это тот же самый срок. Да, ну, я вас понял. Спасибо большое. Если что-то еще вы хотите добавить? Да нет, пока нет. Я думаю, что уже у нас достаточно. Материал достаточно. Посмотрим, что вы с ним сделаете.